Всем привет, с вами Андрей Сонар. И сегодня мы будем продолжать испытания нашей вот этой лодочки. Совместив все это дело с рыбалкой. Попробуем что-нибудь поймать. О, включился интерцептор. Понеслись. Нормально. Вообще здорово. Рад, блин, и понесли. Да ты попробуй кинуть действительно дропшотом. Вдруг там стая окуней, а окуни тут могут быть не слабые. Сейчас еще в лодку нальет, блин. Как она против волны? А? Так, тут главное, чтобы удочки не повылетали. Ну-ка, выйдет она против волны на глистатор. А? Чего горишь? Надо говорить. О, уже барашки пошли. Ай, в морду, как этот град ебаный летит. Ни хрена себе трава, блин. Ну и трава у тебя там. Трава, говорит. О, хорошая. Нормально. А, она в берегу, оказывается, блин. Держи потом. Да ё-моё, я не могу сейчас. Мне когда рыбалка просила. Ай, блин, сейчас всё рассыплю.
Держи ее, блин. Сколько щуп надо? Тут, по-моему, у них гнездо. Опа! Есть, есть, фрикцион был расслаблен. Не-не-не-не-не. Есть. Подсак. Давай, давай, черпай ее спокойно. А якорь, бляха-муха! Вот она. Да маленькая, ее можно было и так поднять. Но все равно. Вертушка рабочая, видишь, первым забросом обновил тебе. Рыба? Вот, только чаек сядешь пить. О, ох ты. Давай. Давай его сюда. Этим возьму, возьму, нормально. Нормально возьму. Нормально, блин, другой рост. Я из него потом вертушку. Ай, блин. Вертушку. Да, блин. Вот, вот. Открой душку. Вот так вот. Как стоится? Хорошо. Достаточно уверенно стоится. Это ты еще на килеватой части стоишь. Да. Я стою вдоль кили, еще не работает машина. Опа! Есть! Ага. Не-не-не-не-не. Щуренок. Да ладно, ты больше меня поймал. А, ты в плане это самого? Так. Ну этот пусть мамку зовет. Испытания лодки после доработок прошли успешно. Угол интерцептора теперь оптимальный, лодка легко выходит на глиссирование даже с предельно задней центровкой. Вдвоем тоже бегает отлично, и не надо самые первые дырки использовать, нормально идет на третьей дырке. Напомню, что это новая моторная рыболовная лодка, весьма легкая, с надувным дном высокого давления, который в носовой части имеет килеваттость, а в средней и задней части абсолютно плоское дно. Тут люди выражали опасения, что если вот попадет между дном надувным и дном не надувным вода, как там это дело все обслуживать. На самом деле все очень просто. Сначала спускается воздух из надувного днища, после чего за специально установленные ручки это самое днище отсюда вынимается. Вон видно, что в лодке есть вода, потому что мы попали в хороший дождь. Вода выливается. Если нужно от влаги, от слизи, вот здесь протирается, доступно все нижнее пространство. Недоступных мест при этом нет. Под баллонами все здесь можно протереть. Вот здесь проклеено все уголковой лентой, и грязи некуда деваться. После чего донышко, которое весит всего около 5 килограммов,
легко и просто вставляется обратно. Там есть ограничители. Вот здесь есть специальная ниша, куда заходит кормовая часть. Ручечкой очень все удобно центрируется. Вот, все, заднюю часть отцентрировали. Переднюю тоже. И в следующий раз, когда мы надуем лодку, донышко абсолютно правильно распрямится. Вот так. Обслуживание, как видно, заняло считанные минуты. Отличные испытания, отличная рыбалка. С вами был Андрей Сонар. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии. И ни хвоста, ни чешуи.